редкие минуты перерыва сборная команды Индии по вольной борьбе игриво наблюдает за живым уголком Московского училища Олимпийского резерва номер 1. На 4 дня училище стало базой для подготовки иностранных спортсменов к Олимпийским играм в Токио. Мы получили отличную возможность заниматься вместе с чемпионами, с людьми, которые уже выступали на Олимпиаде. Сначала мы тренировались во Владикавказе, потом на несколько дней сюда, а дальше в Токио, на Олимпиаду. Москва запомнится необыкновенно светлой и приветливой. Все условия для подготовки здесь есть. Первая тренировка сборной в 4 утра. Другая особенность подготовки зарубежных спортсменов – работа с индивидуальными тренерами из разных стран. Ну вот в Грузии есть тренера, есть там с Венгрии, с Кубы есть. Они для них нанимают индивидуальных тренеров. Ну, уже я работаю там с 2015 года. Было, конечно, тяжело адаптироваться, но уже сейчас нормально привык. Новый тренажерный зал, футбольное поле на свежем воздухе, парк и 4 борцовских ковра. Московское училище Олимпийского резерва номер 1 предоставляет все условия для качественной подготовки спортсменов как национальной, так и зарубежной сборной.